Привет, мой дорогой друг, ты на канале Арбузика, да, это Plants vs. Zombie. И да, получается, я не знаю, что мы будем тут делать. Ладно, я почти тут утром прошел, тут мне игру заруинил зомби с ведром, почти его добили, но ничего. Ладно, так. Так, что вообще сделать, я не знаю. Так, падла, я не знаю, что. Давай лучший страйк. Давай продолжить. Так. Ага, тут этого. Вот этого тут вот так посередине. Просираю уже всех. Так, это сюда, сюда. Вот сюда. Тут же будет горган. Где горган? О, все, вот горганчик наш. Родненький. А! Я все просрал. Да ё-моё. Тут еще у меня так душно, конечно. Я не знаю, зачем тебе это, но все же. Так, ладно. Так как сегодня очень жарко, прям вообще у меня тут окно открыто, и я дверь закрыл зачем-то. Не знаю зачем. Ладно, надеюсь, тут сейчас этот зомби с ведром не заруинит игру. Ну давай, давай, быстрее, быстрее. Да ненавижу его. Да ну за что? Да сдохни. Просто ненавижу эту игру. Ну за что просто ответил? Ну можно же было меня пощадить и дать до конца пройти. Нет, я там затупил это. Да что делать еще, блин? Я не знаю. Чисто пару минут очень тупил. Я не знаю, можем бесконечно... Ну, какое бесконечно выживание, бассейн сложный. Не, я там пытался, там на пятой волне уже горганы эти прям заруинили мне игру уже. Мини-игры тут я как-то хотел открыть. Там какие-то читы надо, не читы, это какой-то, не знаю, там хз что. Я тут в... Я зомби... Короче, ну его нафиг, ну его нафиг. Да, не знаю, просто польем растения. Я не знаю, как еще затянуть. Ну давай, давай, просто начнем. Вдруг пройдем мы с тобой, да. Так. Я не думал, конечно, то, что успею это все расставить на растениях. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
АСМРчик, АСМРчик. О! А, привет, привет. О, это зомби как раз. Я коплю на... Я коплю на этого собаку камыша, потому что он говорит гав-гав, а не мяу-мяу, потому что это все трудно очень понять. Я не знаю, короче, вот тебе АСМРчик. Так. Да ты надоел со своими мозгами. Мозги, мозги. Не пойму, зачем он сюда стрелял. Типа, как-то тупо выглядело сейчас. Блин, ну как кошка-камыш, это имба. Прям нужно в каждом прохождении брать. Ну это если там есть вода. Если есть вода, то можно брать. Просто его это, ну, его или оно. Я не знаю. Ладно, тут типа у нас, не знаю что. Я, наверное, запоздал с Plants vs. Zombie. Ну просто. Просто решил записать зачем-то. Я не знаю. Может быть, в будущем, я не знаю. Когда-то еще, наверное, запишу ролики по ПВЗ, типа, игра детства у каждого, типа, любой поиграл уж. А если кто-то не поиграл, поиграйте, хоть у вас, если даже телефон, а не компьютер. Там тоже есть на телефонах, это телефонная версия. Сердце, сердце, Да пень факир, копи, копи на пень факира, факира, Кира. Какая Кира? Не знаю я никакой Киры. Фух, так, получается, тут сейчас зомби диско и зомби в шестом, с шестом, ладно. Все, давай, погнали, погнали. Блин, ну эта песня прям, не знаю. Так. Не слетела запись от такого нагруза. Так.
А, стойте. Я забыл взять это, камыш. Ой, какой камыш, а это там... Я забыл, короче, как эта штука называется, которую, на которую растение ставишь. Давай, сейчас эффект заморозки будет и большой урон. Сразу все так померли. Блин, а почему улучшение так долго? А, хотя это же и так очевидно, это же улучшение, лол. Лол, это же улучшение. Вы что? Точно, как я мог забыть, это же улучшение. Блин, очень лагает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Погодите, я прям даже на паузу поставил. Ой. Блин, очень душно в комнате. Ой, очень душно. О, господи. Можете промотать там, я не знаю, в монтаже там обрежу, ладно. Я, наверное, воды попью, я не знаю, прям очень жарко. Я, наверное, дверь открою лучше, я не знаю. Всё, я тут, тут. Так. Получается, я не знаю, что. Блин, ну тут можно прям ускорить запись. Ладно, давайте ускорю. Так, короче, тут у нас уже футболист и вот этот вот черт, ненавижу его. А, получается, нам нужно взять этого как-то вам. Погнали, родной. Ну, вы пачку зомби не можете это грохнуть. Так. А где Гаргантюа? Я-то хорошо понял. Он на пятой волне прям шел. Я честно говорю, я там заруинил все, блин. Ведь не я, а... Они, это они все заруинили. Я тут ни при чем, можете мне верить. Я. Так, ребята, вот я сейчас обрезал. Я не пойму. Тут сначала 8 было, а теперь 9. Почему так? Я типа не понял. Типа все же, типа сейчас пройду и типа все. Или что? Типа даже Гаргантюа не будет, типа в прошлом прохождении. Пока я не снимал видео, там прям Гаргантюа был.
Блин, зачем я... Это сейчас тупой ход был. Какой-то тупой выбор. Ну, наконец-то. Yes! Сюда. Этот уровень мы прошли. Ну что ж, на этом у нас все. Получается, заработайте больше трофеев в выживании, чтобы открыть финальный режим выживания. То есть мы в следующих видео это будем проходить, и получается, потом будем проходить 20 волн. То есть это достижение у нас. И получается, я сегодня, наверное, буду пытаться или завтра делать это. Ну, не прям уже видео, а прям буду пытаться пройти это, потому что вот это вот я почти прошел на 11-м на 11-м раунде. Вот тут вот 4-й, то есть тут 6, а тут 4. Ладно. Не знаю, зачем вот так делаем. Наверное, неприятно тебе. Ладно. Ну что ж, на этом у нас все. До свидания, мои дорогие друзья.